Доброе утро, дорогие телезрители. Мы сегодня проводим тренировку утреннюю по боксу, спорткомплекс «Дружба». У нас начинается тренировка обычно с бега, чтобы разогреть мышцы. После бега у нас идет бой с тенью. Далее у нас идет работа на лапах. Это отрабатывает техники, сила удара, ловкость. Далее у нас идет работа на мешке, отрабатывание силы удара, техники и выносливости. В конце тренировки у нас работа в парах. Отрабатываем технику и приемы. Мы находимся по адресу Амурская, 63А, спорткомплекс «Дружба». Наши занятия проходят вторник, четверг, 7 часов вечера, в субботу 5, воскресенье 4. Приходите к нам в секцию бокса, спорткомплекс «Дружба». Будем вас очень ждать.